Всем привет! Сегодня я вам расскажу, почему появляется ошибка 288 в Roblox и как ее исправить. Итак, ошибка 288 сопровождается обычно сообщением о том, что сервер завершил работу. Данная ошибка может возникать по нескольким причинам, в числе которых высокая нагрузка на сервер, сокрытие сервера из общедоступного пользования или сбой при обновлении игры. Есть, кстати говоря, и другие причины, такие как плохое интернет-соединение, автоматическое отключение от сервера из-за долгой неактивности, то бишь АФК, либо же блокировка антивирусом, фаерволом, брандмауэром, или другой фигней, которая у вас установлена и защищает от вирусов. А теперь давайте расскажу вам о том, как ее исправить. Что делать, если она появилась? В первую очередь, конечно же, необходимо проверить состояние серверов игры. Для этого воспользуйтесь одним из общедоступных сервисов для проверки серверов Roblox. Найти его можно обычно в поисковике, просто вводите запрос «Проверить сервера Roblox» и на первых позициях выбираете любой понравившийся сервис, проверяете через него и узнаете о том, насколько сильно загружены сервера. Если сервера загружены, то, конечно же, вам придется подождать некоторое время, пока люди там не раздуплятся и сервера не перезапустятся, разгрузка не перераспределится. В общем, пока проблема не рассосется сама собой. Если же с серверами все ок, переходим к следующим пунктам. Следующий пункт: вам надо просто закрыть лаунчер и перезайти в игру. Если произошел сбой при обновлении игры разрабом, которое привело к аварийному завершению работы сервера, вам необходимо просто закрыть лаунчер игры и подождать там минут 5. После чего вновь можете попытаться зайти в игру и проверить на наличие этой ошибки. Если же это не помогло, необходимо проверить доступность вообще сервера, на котором вы играли. Например, если вы играли на каком-то частном сервере и хотите попасть именно на него, то, возможно, его вы просто-напросто не сможете найти. С теми же игроками, да, с тем же названием. Потому как он был скрыт разработчиком или же создателем сервера из общедоступных. Если такое происходит, то происходит, в принципе, автоматическое аварийное отключение всех игроков. И может вам вылезти ошибка 288. Что, конечно же, неприятно. Далее, что может быть еще, это плохое интернет-соединение. То бишь, оно у вас в принципе может быть. Вы можете грузить какие-то сайты, да, смотреть видосы, но оно может быть у вас нестабильное. Для того, чтобы проверить ваше интернет-соединение, то же самое можете ввести в поисковик любой запрос «Проверить свое интернет-соединение». И вам выдаст кучу сервисов, которые могут это сделать. Важно при проверке интернет-соединения, чтобы скорость скачивания и раздачи сохранялась на все время проведения теста. То есть не скакала там меньше, больше, падала до каких-то критических отметок, да, чтобы она была стабильная. Это вот самое важное. Дальше, что вам необходимо сделать, это, в принципе, не стойте в АФК режиме. Если же вы будете долго стоять без какой-либо активности, то, понятное дело, вас просто выкинет из сервера за неактивность. Если же вам, в принципе, надо отойти на какое-то неопределенное время, но вы хотите оставаться на этом сервере, можете воспользоваться, например, автокликером, да, ссылочку я оставлю в описании, который даст вам видимость того, что вы как бы играете на этом сервере и не будет вас выкидывать за АФК. Последний пунктик, который может повлиять как-то, да, это наши любимые антивирусы, которые обязаны нас защищать от вирусов, но по факту могут наоборот препятствовать работе некоторых программ, игр и так далее. Вы можете либо полностью отключить их на время игры, либо же добавить вашу игру Roblox в список ограничений, чтобы эти антивирусы и брандмауэры не блокировали игру, не блокировали интернет-соединение с серверами, да, игры, не проверяли их ежесекундно на то, что там вирусы, не вирусы, просто нормально давали им работать. Антивирусов огромное множество, поэтому не буду рекомендовать, как и что делать. Просто зайдите в настройки, там интуитивно понятно, все сами поймете, разберетесь. Есть
список, белый список, да, где можно добавить ваше приложение. Есть, можно вообще полностью отключить его на некоторое время, даже на винде этот встроенный антивирус. В общем-то, вариантов масса. Ну, а на этом у меня все. Надеюсь, что я вам помог. Спасибо за просмотр. Всем пока.